Добрый день, дорогие друзья! 20 апреля в Твери прошла церемония награждения победителей международного конкурса детского профессионального рисунка «Праздник праздников», посвященного Пасхе. Он проходил под эгидой Тверского союза православных предпринимателей и общественной палаты города Твери. Конкурсу предшествовала серьезная подготовительная работа. Юные художники, познавая мир, уже понимают, что написать картину, довести ее от наброска до законченного состояния – это одновременно и наука, и искусство. Умение увидеть красоту в обыденных вещах делает человека восприимчивее к мелочам, и очень важна помощь организаторов. Ни для кого не секрет, что искусство – это инструмент познания и универсальный язык общения, позволяющий выстроить диалог между художниками, искусством и зрителем. Организаторы этого проекта выполнили свою работу на отлично. В каждой стране уже отобраны лучшие из лучших работ. Вот здесь русские работы, работы из разных краев России представлены сегодня в Тверской галерее и поедут дальше. Я сначала скажу о детских работах. Они, во-первых, они очень разнообразны. Во-вторых, они, как и положено детям, это очень непосредственные работы. Но это, не знаете, такие вот детские каля-маля, понимаете, вот что хочу, то и наворочу. Нет, это эти дети уже, во-первых, понимают, что они что-то делают в пространстве изобразительного искусства. То есть они уже ощущают себя художниками, не думая о том, большие они или не очень, но они серьезные люди. Это очень важно для искусства. Мы сегодня присутствуем на открытии выставки, посвященной Пасхе. Называется она «Праздник праздников». Это выставка международная. В ней участвуют дети из России, в том числе из Твери и Тверской области, из Белоруссии, из Сербии, из Республики Сербской. Сейчас мы находимся на подведении итогов национального этапа, который в России проходил в нескольких городах. Уже выбраны лучшие работы, которые поедут на финальный этап международного конкурса, который состоится в Минске 28 апреля. Хотелось бы отметить, что работы, которые из наших художественных школ, из Твери, из Торжка, из Калязина, они очень сильные и очень профессиональные. Участие в конкурсе приняли дети из России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины и Сербии. Для молодых дарование – это хорошая возможность больше узнать друг о друге и странах, где живут их сверстники. Эта выставка, она очень мне показалась интересной, потому что очень много работ разных. Вроде бы тема у всех одинаковая была, но каждый ребенок представил праздник по-своему. Кто-то ярко нарисовал, кто-то в достаточно нейтральных цветах. Но каждая работа уникальна, и это очень похвально для каждого участника. Нам очень понравилось, мы вдохновились. Вот что молодые люди в столь раннем возрасте так красиво рисуют, во-первых. Во-вторых, они поднимают очень важную тему. И мы в своем отряде хотим вдохновиться вот этой темой и продолжать это развивать в своей школе. В церемонии награждения приняли участие представители Тверской городской думы, общественной палаты города, управления образования администрации Твери, священнослужители, художники. Все работы выполнены очень классно, интересно, ярко, с такой самобытностью. И я надеюсь, что все участники сегодняшнего мероприятия, здесь есть и суворовцы, и георгиевские классы, и ученики из А-студии, они получат просто удовольствие от того, что посмотрят эти прекрасные работы. Это наше будущее нашей культуры, будущее нашей страны, потому что не обязательно стать, может быть, большим художником, но самое главное – стать патриотом, гражданином своей страны. И вот все те ребята, все эти девчонки, которые представили эти работы, приняли участие в конкурсе. Действительно, мы можем надеяться, что вы достойные будущее, достойная смена нашего поколения. Я всех нас поздравляю с прекрасным праздником. И детям, и участникам, и лауреатам, всем, конечно, творческих успехов в последующих конкурсах. Поэтому всем победы. А нас всех с праздником прекрасным. Более 2000 юных художников показали свое мастерство, свое видение одного из главных христианских праздников – Пасхи.
Многих ребят вдохновило православное зодчество, исторические сюжеты на библейские темы. Главная задача – раскрытие духовности. Сама выставка продемонстрировала то, что изобразительное искусство несет объединяющую силу. Заходите на наш сайт, звоните по телефону. Мы всегда рады слышать вас. До новых встреч. Будьте здоровы и счастливы.